WhatsApp. Дорогие друзья, доброго времени суток. А сегодня пойдет речь о Glock 17. Вот в целом, да, пушка классная. Да, сейчас все расскажу. Но все, что выложено у нас на сайте, и на все, что мы снимаем обзор, только за эти пушки мы в ответе. То, что вы где-то в другом месте покупаете, и потом пишете, что она у вас там сломалась. Ребят, копия на копии, копии погоняет. Поэтому, как говорится, что купили, да, мы не в курсе. Даже не спрашивайте. Короче, пушка в Россию приезжает в 4 модификациях. Первая, черная, классическая, классная, квадратная штука, пушка. Вот. Вторая, в песочном виде идет. Классно. Хаки образца нету, ну, в общем, вот такой у нее цвет, то есть зелененький. В общем, приходит еще в зелененьком виде, это кольт, ну, вы про Glock поняли. Четвертая модель идет черная с кобурой. Вот с такой вот тактической, пластиковой, классной. Это кольт, правда, у нас Glock закончился, но вы поняли суть, да? Остановимся немножко про эту модель, а именно про кобуру. В общем, чтобы извлечь пестик, да, нужно нажать вот на эту кнопульку. Много людей замечали, нажимают куда угодно, но не сюда. Поэтому вот так вот, да, указательным пальцем раз, нажали, вытащили. Вот. Классно. Но у этой кобуры есть минус. В общем, вот эта штучка, вот это, видите, да, штифтик. Штифтик, да, вот этот. Из-за постоянных нажатий он отсюда сам как-то вылазит. Поэтому сюда капельку клея, что-нибудь там, в общем, замажьте, заделайте так, чтобы она не вылезала. Да, потеряете штифт, кнопку, в общем, будет проблема. С другой стороны, ответная часть, она в 3 позициях есть, да, там, раз, позиция, посерединке позиция, 2 позиции, да, то есть можно регулировать. Вот, она тут расстегивается, вот, ремешок там, нормально, классно. Затягивается трудно, поэтому проставочки между болтиками нужно засуньте. Проставки. Открывается она вот так вот, вот эту штучку, вот так вот, и в ту сторону. Вот, потом нажали, вот так вот, вот, она разложилась. И вот 3 винтика, которые фиксируются. В общем, пушка полностью металл, не как Glock настоящий, да, то есть у Glock настоящего затвор металлический идет, да, а основание полимерное, пластик там. Не АБС, ну, в общем, пластик. Здесь полностью все металлическое. Мощность, как производитель говорит, типа до 80 метров в секунду. Мы, конечно, это проверим. Из подвижных элементов здесь затвор, кнопочка на спуск, магазинчика и спусковой крючок. Все. Никаких предохранителей, ни затворной задержки, ничего такого нету. Просто квадратная пушка. Классная. Подчеркиваю. В руке лежит классно. Размер в целом один к одному. Есть умники, которые там говорят, он чуть больше, другие говорят, он чуть меньше. В общем, столько людей, сколько мнений. Так же говорят. Глушак здесь не прикрутите. Нет здесь резьбы. По минусам. Магазинчик из металла, но основание. С утяжелителем внутри прут ржавый есть. Пяточка пластиковая. Кончик. Наконечник. Концевичок. Пластиковая штучка в конце, на начале. Пластиковая. В общем, проблема в чем? Нажмете на кнопочку случайно спуска магазина, да, магазинчик упадет, пяточка разобьется, либо кончик этот разобьется. Делаем, меняем, заказываем деталь, прям запчасть, прям все нормально. Не бейте. В остальных вариантах все то же самое. То есть там песок, там хаки, там. Все идентично, ну, логично, да? В общем, есть планочка Picatinny, да? Есть, можно LCU, фонарик, можно по поломкам, ну, помимо магазина. Был замечено, стирается поршень. При этом не только поршень, но и этот, пяточка поршня, вот, которая спускает поршень. В общем, она тоже стирается, поэтому бывает помогает замена только поршня, бывает в сборе приходится менять и поршень, и пяточку поршня. В остальном нету проблем. То есть там спусковой не ломают, тяги не ломают. Все нормально здесь. Только спустя год где-то у вас сотрется вот эта поршня. Можно заказать, поменять, в общем, ничего сложного, все легко. Везде, во всех пушках, да, металлических, есть утяжелители. Видно, да? Вот там вот.
Ржавый пруд. Нормально. Так и должно быть. Китайцы. Хотя пистолет Тайвань. Ну, сами понимаете, да, пока сюда все едет, подождем, в общем, приезжает. Немножко некрасиво. Ну, а теперь постреляем, посмотрим, что он выдает. В общем, три пульки. Нормально все. Три отстрела. Само опускается. Да. 80 метров в секунду. 81 метр в секунду. Неплохо. 69, в общем, 70 почти метров в секунду. Пушка классная, выдает 70-80 метров в секунду. Неплохо. Да, дорогие друзья, спасибо, что нас смотрите. Ставьте лайк, дизлайк, что кому как понравилось. Ссылочки на пистолет будут внизу. На донат ссылки тоже внизу. Посмотрите, прежде чем писать, почитайте, пожалуйста. В закрепленном комментарии все есть, все написано. Да. И... до новых встреч!